Хари Кришна. Добрый день, дорогие преданные. И также, кто себя не считает преданными, тоже Хари Кришна. Такова традиция, поскольку это фестиваль Хари Кришна, мы говорим, мы повторяем святые имена. Иначе фестиваль не состоится. То есть эта атмосфера фестиваля, она создается этой вибрацией святых имен. Что у нас с микрофоном? А? Сейчас лучше. Как говорил Шрила Прабхупада, что эта трансцендентная вибрация, она проникает непосредственно в сердце слушающего и создает атмосферу блаженства и пробуждения разума. Будхи-йога. О, не слышно. У нас очень длинный пандал. Или плохой звук. Сейчас лучше? Нет. Тоже не слышно. Ну что? То есть сейчас только такое качество звука останется, да? Только так. Какие-то колонки не работают. Так будет. А? Их подключат? То есть они подключатся позже? Колонки подключатся позже. Лекцию проведем пока без звука. Если мы все в блаженстве, какая разница? О чем мы говорим? Хотя, конечно, беседа, я думаю, важная. Должна быть важная. Мы будем обсуждать читание Чаритамриту. Это не будет какая-то тема конкретная в форме семинара. Будем читать различные эпизоды этого произведения в зависимости от нашего настроения. В центре будет учение Господа Читани, его личность, его настроение. Потому что настроение Господа Читани является ключом к духовной жизни для нас с вами. Ровно в той степени, насколько мы понимаем Господа Читани, открывается все остальное автоматически. То есть Господь Читани привнес вкус духовной жизни. Есть, например, путь аскезы или путь гьяны, глубоких умственных размышлений философских. Также существует путь отречения, вайраги. И все это очень сложно в век Кали практиковать в силу внешних неудобств и личных недостатков. Вся проблема в том, что мы с вами рождаемся уже с недостатками в век Кали. И очистительных церемоний не проводится в момент зачатия или время рождения и так далее, это утрачено. Не существует больше таких очистительных церемоний. Говорится, что человек должен пройти очистительные церемонии для того, чтобы очистить свое существование от невежества. Обучение в том числе. Обучение – это тоже процесс, который избавляет от невежества. Но без очистительной самскары обучение не возымеет должного результата. Наоборот, прямо противоположный результат может быть. Чем более ученый человек, тем более он может быть гордым своей ученостью. Хотя знание, направленное на разрушение гордости и на развитие духовных качеств, в век Кали нередко мы видим, что ученые люди, они гордятся своим положением. Не только ученые люди, имеющие какую-то власть или деньги, или какие-то качества, особенности, таланты, они немедленно этим гордятся, хотят из этого сделать какой-то
славу, какую-то выгоду. Век Кали – это очень характерно для всех нас. И когда человек принимает процесс познания в смирении, это называется самскара. И с самого начала человек должен усвоить, кто же он есть на самом деле, каковы мои здесь изначальные правильные функции, как я должен действовать, чтобы не создавать беспорядка в обществе, не ухудшать этот мир страданий, не увеличивать страдания, каким путем можно очиститься и освободиться от страданий. С самого начала эта установка дается, еще с 5-летних лет. Кто же я? И Веда говорит, я есть слуга Бога. Вот эта установка закладывается в форме самскары, глубокой самскары. Это нужно получить от чистой святой личности понимания. Чистая святая личность – это человек счастливый. Он погружен в Брахман или в Ананду. Брахмананда – это настроение. Или Брахма-Бхута, Прасанна-Атма, как Бхагавад-гита Кришна говорит об этом. Это материальная платформа, наполнена радостью. Прасанна-Атма. Харе Кришна. Выведи меня. Убери с монитора. Одну секундочку. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе, Харе. Выводи больше. В монитор убирай. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе, Харе. Лучше так, преданные? Харе Рам, Харе Рам. С мониторов прибирай тогда, чтобы мне не хватались. По-моему, получше. Так лучше? Так лучше? Там слышно в конце все? Нет. Харе Кришна, что же делать? Но мне все равно придется продолжать как-то свою речь. Итак, мы говорили о самскарах, впечатлениях, которые необходимо получить еще в начале жизни, поскольку мы рождаемся в невежестве, и невежество привлекает нас. Рождение означает пхава. В какой среде родился, в такой среде ты привлекаешься такой средой. Поэтому мы говорим, вот ребенок родился в плохой семье, у него плохие привычки, он всю жизнь будет иметь эти привычки. Он пхава называется. Или наоборот, эта семья благочестива, значит, он унаследует хорошие качества какие-то, тоже пхава. Но и благочестивые привычки, и греховные привычки, как мы сказали, развивают гордость векали. Имеют недостатки. То есть даже хорошие вещи векали имеют недостатки, так скажем. Ну, то, что мы считаем хорошим. И поэтому нужна духовная самскара, то есть сменить позицию. В невежество корень невежества означает «я наслаждающийся и господствующий». То есть это эгоизм. Любой ребенок рождается с этой концепцией. Он ее не осмысливает, но он рождается с этим настроением. Каждый человек хочет, чтобы его чувства были удовлетворены, чтобы он был счастлив. Он, в общем-то, имеет какие-то требования к окружающим людям. Какие-то задачи имеет осуществить свои личные планы. Каждый вступает в жизнь в таком настроении. И это позиция господствующая, наслаждающегося. То есть я в центре всего мира. Мои желания, моя жизнь, мое счастье. И сменить позицию означает, ведическая концепция говорит, нужно дать понять живому существу как можно раньше. Как только он уже получает разум, в 5 лет уже пробуждается разум у мальчиков. Его нужно обучать служению. Я есть слуга. И получить эту концепцию можно не от рабского умонастроения, не от того человека, которого эксплуатировали как слугу, а от свободного слуги Бога. Вот почему мы с вами не привлекались этой концепции до того, как встретились Шрилу Прабхупаду. Концепция служения непривлекательна. Это эксплуатация, это подавление личности. Кто-то использует будет меня для собственной выгоды и держать меня в невежестве, поскольку это выгодно. Обманывайте меня различным грубым и тонким способом для личной выгоды. Поэтому вступаем в борьбу. Нет, нет, я не буду никому служить, я достигну какого-то положения, я буду командовать, я буду управлять. Я не хочу подчиняться никому, меня обманут в этом мире. Но позиция ведь другая. Когда мы получаем эту концепцию служения Бога от человека, погруженного в Брахма-Бхутту,
Бхава, духовная бхава. Есть материальная бхава, есть духовная бхава. Бхава духовная означает, что я больше не нахожусь под влиянием рождения, семьи или нации, или общества. Бхава означает духовное переживание, глубина счастья. Стоит нам ощутить эту глубину счастья хотя бы мгновение, говорится, мы начинаем истинную жизнь. И не прерываем ее больше никогда. Одного мгновения достаточно, чтобы спасти человека из невежества. Брахма, Бхута, Прасанна, Атма. Прасанна, Атма означает радость. В состоянии Брахма, Бхуты, когда человек погружен в Брахман, он испытывает радость. И ничего не желает и ни о чем не скорбит. Много потеряно в прошлом, скорби нет. Много чего человек желает, обычно нет желаний. На сочати, на кангшати, ни то, ни другое. Чисто все. Ничего человек не требует от жизни, не ждет. И не скорбит о том, что утрачено в прошлом. Самах сарвешу бутишу, еще более высокая вещь. Равно относится ко всем живым существам, никому не завидует. У него нет желания кому-то причинить вред или кого-то обмануть, или использовать ради личной выгоды. Он смотрит равно, равно духовными глазами. И с этого уровня начинается преданное служение. То, чем мы занимаемся на фестивале, называется преданное служение. Даже если кто-то приехал как гость, просто полюбопытствовать, он уже занялся преданным служением в этой атмосфере. Это позиция служения. Это очень важная самскара. Потому что глубина духовного служения, она безгранична, тогда как глубина господства, она всегда имеет препятствия. Можете провести эксперимент с завтрашнего утра. Пол пандала, значит, должны действовать завтра как господа, и пол пандала как слуги. И потом поделиться опытом. Вы видите, в один день все изменится. Мгновенно, вот просто если изменить эту концепцию, изменится взаимоотношение, изменится настроение, изменится реализация, оценка жизни, весь опыт переосмыслится. За один день можно это все переоценить, переосмыслить, возвысить на более высокий уровень, просто заняв правильную позицию слуги Бога. Это наша естественная и вечная позиция, говорят веды, неизменная никогда. Но из-за иллюзии человек думает: я не слуга, я господин. Я главное лицо. Я господин этой семьи. Я господин этого коллектива на работе. Я господин своей страны. Но, говорится, наоборот, он слуга своей страны, слуга своей семьи, слуга своих детей. И мы сегодня почитаем что-то из Читания Чаритамриты. Читание Чаритамриты, она пронизана духом служения. Считается, что человек, который занял позицию преданного служения, безгрешен, чист. То есть он уже прошел все самскары очистительные. Ему не требуется больше ничего. Если мы с вами уже начали серьезно воспевать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», не требуется больше никаких процессов, чтобы усовершенствовать и улучшить свою жизнь. Этого достаточно, если серьезно подойти к этой практике. Это нам дал Господь Чайтанья Махапрабху, и Чайтанья Чаритамрита описывает его игры, настроения и наставления, которые он дал. То есть жизненно необходимые вещи тут описываются для нашей духовной практики. Мы прочитаем стих сегодня из практики преданного служения. Матхья Лила, глава 22, текст 142. Послушаем. Витхи тарма чади баджи кришнира чарана нишита папа чаре тара кабунахи мана. Перевод стиха. Хотя чистый преданный не следует правилам варнашрамы, он поклоняется лотосным стопам Кришны, а потому естественным образом не склонен совершать грехи. Интересный стих. И я бы сказал, в нем есть революционные оттенки в этом стихе. Сейчас поговорим. Пока немножко комментария прочитаем.
Институт Варнашрама задуман так, чтобы человек не совершал грехов. Вот задумайте такое общество, чтобы человек не совершал в нем грехов. Это называется Варнашрама Дхарма. Материальное существование продолжается из-за греховной деятельности. Совершая в этой жизни грехи, человек получает соответствующее тело для следующей жизни. Проведя эту жизнь в грехе, он получает следующее материальное тело. Так человек все время остается под влиянием материальной природы. Пуруша пракрити стохи бунте пракрити джангунан каранам гунасангасья асатьони джанмасу. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. То есть, как здесь говорится, добро и зло относительно. В различных формах жизни это может меняться представление, что хорошо, что плохо. Почему? Есть закон Бога. Есть закон, который исходит непосредственно от живого существа. Например, ахимса — это высший нравственный закон. Для каждого живого существа он приложим. Но, например, хищники, такие как тигры, не следуют этому закону. У них другой закон. И то, что не едят плоть других живых существ, используя насилие, свою силу, это уступка материальной природы для души. Это компромисс. То есть все наше материальное существование – это некий такой компромисс для желаний живого существа. Но высшие законы Бога отрицают это. Ахимса. Для человека дается эта формула. И даже человеку очень трудно следовать ей. Тигр не сможет. Он не слышит таких наставлений. Он не знает об этом ничего. И, собственно говоря, он своим насилием и жестокостью не разрушит весь мир. Нет. И у него нет такого разума, чтобы организовать свою жестокость, знаете, вести какие-то войны организованные, перевороты устраивать. Ну, действует как одиночка, как только проголодается, под влиянием тоже законов природы. И вот так или иначе регулирует эти законы свыше. Но человек настолько могущественен в своей свободе выбора, ему столько много дано, что если он не последует этим правилам, он разрушит все общество, весь мир. Уничтожит себя, самое и все вокруг. Сколько цивилизаций до нас были разрушены самим человеком? Сам же он создает и сам же разрушает. Это деяние человеческого разума, свободы выбора. И для человека дается эта заповедь, не убивая химса, не причиняя зла никому. И для того, чтобы следовать этой заповеди, этой формуле, необходимы условия. Как иногда люди говорят, если вы живете с волками, вы будете поволчьи выть. Если живете среди хищников, вы должны принять их образ жизни. И поэтому Варнашрама Дхарма создает такие условия. То есть это человеческое общество основано на гуне благости. Это честность, порядочность. Это аскетичный образ жизни, нетребовательный. Это религиозность, чистота, умственная и физическая. Это способность контролировать ум и чувства, брахманические качества. То есть люди совершают добровольную аскезу, ограничивают себя в чувственных наслаждениях, следуют законам Бога, так сказать. Как только человек начинает следовать законам Бога, цивилизация становится безгрешной. Даже если он еще склонен к недозволенным поступкам, он способен их контролировать. Как? В обществе это легко. Если видите в обществе хорошие примеры брахманов, чистых людей, у нас пробуждается совесть. Там стыдно, мы бы хотели бы, но в присутствии этих людей я не могу это сделать. Или когда мне лично знают какая-то великая личность, чистая личность, мне тоже дает это силы соблюдать свои обещания. Поэтому мы даем обещание духовному учителю своему во время посвящения, какие обеты будем соблюдать. И нам очень совестно, если у нас появляются какие-то эти желания нарушить эти обеты. Это общество Варнашрама Дхармы. То есть как бы Бог в сердце пробуждается в форме совести.
Это добропорядочные, добрые, совестливые люди, которые контролируют себя сами, благодаря вот такому хорошему устройству общества. Варнашрама, дхарма. Есть браманы, есть кшатрии, есть вашти, есть шудри и четыре ашрама. Брамачари, грехаство, напрасно, нес. Все, мы видим, что наиболее авторитетные люди в обществе – это саньяси. Отреченные от всего – это пример. И каждый в обществе думает, если я хочу быть таким авторитетным, я должен отречься от всего. Не накапливать, а наоборот, отречься. В наше время наоборот. Самые авторитетные люди, кто больше всех накопил. Поэтому люди подражают им точно так же. В этом обществе оно побуждает людей вступать в конфликт, в конкуренцию, обогащаться любой ценой, потому что это престижно. Но здесь говорится о другом. Престижно очиститься от греха. Вот это истинный престиж. Или называется репутация. Вся наша духовная жизнь основана вот на этом принципе. Называется репутация. То есть преданным, если мы хотим быть преданным, должна быть чистая репутация. Образ жизни должен быть чистый, безупречный. Если человек не может жить чистым образом, он не может иметь силу слова, влияние на окружающий мир. Никто не будет слушать, что он говорит, если он не живет должным образом. Поэтому варнашрама дхарма была основана на чистоте помыслов и поступков. То есть все великие авторитеты варнашрама дхармы были святыми в своих поступках, мыслях и словах. И здесь говорится, институт варнашрама задуман так, чтобы человек не совершал грехов. Но здесь говорится, что чистый преданный не следует правилам варнашрама дхармы. Он поклоняется лотосным стопам Кришны, а потому естественным образом не склонен совершать грехи. То есть если человек имеет сознание Кришны, ему не нужны какие-то еще наставления, еще какие-то заповеди, кроме самого преданного служения, которое он совершает с любовью. Если у человека пробудилась любовь к Богу, он не может совершить никаких грехов. Не нужны никакие больше правила, запреты, ограничения, наставления. Человек свободен. Здесь говорится об этом. Это интересный факт. В нынешнее время у нас не существует варнашрама дхармы. Она пришла в упадок давно уже. Хотя говорится, что прообраз остался, как бы тень варнашрамы существует. Есть также разделение труда. И даже видим какие-то намеки на ашрамы. Тоже есть ученичество, семейная жизнь, пенсия. И уже одной ногой в могиле, саньяса, значит. Как бы мы видим, что это сама природа требует этих вещей. Нужно учиться вначале, первый период жизни, потом семью организовать. Уклад эти существуют. Потом нужно как-то отойти от дел постепенно, пока нас не выгнали, молодые. И в конце концов нужно встретить смерть. Четыре уклада эти существуют, но они не на основе знания, а уже так приходится скорее. Вынужденно они существуют. Кто хочет учиться? Почти никто. Кто хочет влачить вот эту семейную жизнь, так вот тяжело трудиться? Почти никто. Кто хочет уйти на пенсию? Тоже ничего привлекательного. Кто хочет умирать? Ашрама не привлекательная. Почему? Все люди хотят чувственных наслаждений. Почему не хотят учиться? Потому что хотят чувственных наслаждений, развлечений, молодежь. От сессии до сессии живут студенты весело. Они песни такие поют в Кали-Югу. Что они всегда время очень весело проводят, но когда необходимо, они там днем и ночью что-то они там должны учить, писать шпаргалки в основном. Или какие-то тесты проходить, так или иначе, как-то они должны пройти этот курс. В семейной жизни тоже люди не привлекают какой-то труд, ответственность такая серьезная. Скорее привлекают чувство и наслаждение. Каждый представляет, как свою семейную жизнь. Хороший дом, хорошая жена, хорошая пища. Но это достается с большим трудом, на самом деле. Если бы человеку заранее рассказать все прелести семейной жизни, он бы отказался. Но сексуальное желание наслаждаться так сильно, что тем не менее он будет это делать раз за разом. Если даже уже был женат и замужем, будет повторять снова. Такая сила вот этих желаний век Кали. То есть трудно человеку держать чувства под контролем. Поэтому ашрам такой как бы существует формально,
И когда человек уходит на пенсию, он теряет свой авторитет, поскольку не может больше зарабатывать. Потому что векали весь авторитет человека зависит от того, сколько он будет зарабатывать денег. Если он живет на пенсию, он уже никого не привлекает. Ну, конечно, он богатый старик, он все еще привлекательный. Он все еще может привлекать богатством каким-то, экстравагантностью и прочее. И не говоря уже о тех людях, которые одной ногой в могиле стоят, они уж точно никого не привлекают. Даже сами себя не привлекают. Такой прообраз. Но на самом деле человек, стоящий на пороге смерти, считается наиболее разумным. Разум должен проявиться в максимальной степени. Весь его опыт жизни сосредоточен там. Вся его преданность Богу, вся его мудрость. Махараджа Парикшит спрашивает об этом. И так, если мы прожили жизнь достойным образом, выполнили свои обязанности, то что мы должны делать перед смертью? Шукадева Госвами с вами говорит, перед смертью ты должен слушать об играх Кришны, Верховного Господа. Это высшая деятельность, которой следует себя посвятить. Это в конце жизни должен полностью погрузиться туда. Потому что до этого момента это трудно. Тебя отвлекает семья, чувственные наслаждения, какие-то обязанности. Но когда ты все это выполнил, ты должен полностью погрузиться в духовный мир, в трансцендентное царство перейти уже сейчас, до смерти. В своем уме должен погрузиться туда, в преданное служение. Это самое великое положение. И то, что царь Парикшит слушает перед смертью, интересует всех мудрецов всей Вселенной и до сих пор интересует людей всего мира. Поэтому человек перед лицом смерти, он занят самой важной деятельностью. Согласно Варнашам Адхарме. И хотя сейчас нет Варнашам Адхармы, тем не менее, посмотрите внимательно, преданные, они могут действовать, потому что они могут не опираться на Варнашам Адхарму, и все равно в каком обществе они живут, по большому счету. Вот почему только преданные могут изменить этот мир. Все другие люди не смогут изменить мир, потому что им нужна какая-то вспомогательная вещь. Например, Варнашама. Или честное руководство. Или чтобы люди стали тоже честнее и добрее. Или квалифицированнее. И тогда при таком наличии квалификации можно что-то изменить. Но если люди не обладают достаточной квалификацией, если они не становятся честнее, как же мы изменим мир? Мы что-то провозглашаем, но никто не слушает. У нас нет такой репутации. Ни у кого. Как мы недавно выступали на радио в Риге. И ведущая сказала, но вы идеализируете. Все святыми стать не смогут никогда. Этого никогда не произойдет. Это невозможно. Это просто идеализация, утопия то, что вы говорите. Итак, это невозможно. Почему они так думают? Потому что мы все зависим от общества. Вы говорите, стать святым, а я не могу, потому что в обществе эти принципы не поддерживаются. Я буду отвергнут обществом. Общество меня не примет. Это невозможно, о чем вы говорите. Но здесь говорится, что преданное не зависит от правил общественных. От Варнашам Адхармы даже. Он не зависит ни от плохого, ни хорошего, потому что он служит Кришне в своем сердце. Он трансцендентен. Он свободен от греха, другими словами. И при этом имеет огромную репутацию, поскольку может жить чистой жизнью при любых обстоятельствах. В обществе материалистов ли это? Или майявади? Или буддистов, неважно, какие есть различные учения, политические или философские, он продолжает служить Кришне. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если мы хотим развить любовь к Богу, то самая лучшая форма Бога, которая подходит для этого, это Кришна, у которого есть прекрасная конкретная форма, есть красивые имена, есть удивительные действия лилы, и окружение потрясающее. Там все способствует любовным отношениям и мыслям. Если к Богу приблизиться как к Кришне, то человек, душа вообще забывает, что перед ним Бог. Слово «Бог» — это великое слово, как Нараяна, как Творец или как источник всех живых существ. Но Кришна, когда вы подходите ближе к Нему, любовь настолько сильна, настолько привлекательна Его форма, имя, деяние и окружение, что вы забываете Его положение. Ведь эта форма наилучшим образом подходит для развития любовных близких отношений.
Потому что старший во Вриндаване думает, что это их сын. А равный думает, что это друг. Они так думают. Они забывают его положение. Потому что он имеет такую необычную форму, сгибающуюся в трех местах с флейтой. И он играет и заигрывает со всеми. Если мы говорим о Нараяне, он величественен. Описываются его атрибуты, головной убор, гирлянда ваджаянти. Его взгляд ровный. Он излучает эту энергию, всеподдерживающую силу. Очевидно, что он поддерживает каждое живое существо, источник всех. И его величие, оно проявлено. Мы не можем с ним шутить, например. Не говоря о том, чтобы ругаться с Нараяной. Спорить с ним, допустим. Это невозможно просто. Что такое величие Айшвария, что душа благоговейна, страх испытывает перед ним и только может молиться ему. Бог таков, безграничный ситхи энергии, можно только молиться его величии, потрясаться всем этим. Но когда вы подходите к Кришне, там совсем другая ситуация. Он вовлекает вас в какие-то фамильярные отношения. Поэтому Яшода, она говорит, Кришна, вот так вот пальцем. Может так к Нараяне обратиться? Поэтому, говорится, нужно понять Кришну. Нужно понять имя Бога до конца, раскрыть до конца. Включайте самые близкие отношения. И поскольку преданный достигает этого уровня преданного служения Кришне, он не боится Бога. Он его любит, он действует из любви, не из чувства долга, а из любви. А это означает, что свободен от греха. Потому что когда человек не свободен от греха, он должен бояться не выполнить свои обязанности. Он действует в таком настроении. Если я не выполню эти обязанности, у меня не будет денег. Если я не выполню свой долг на работе, меня уволят с работы. Я потеряю работу. Если мы все вместе не объединимся в хорошее государство, мы не будем сильной державой, мало ли что может быть. Нас могут подчинить другие государства. Страшно. Есть всегда какое-то опасение, какой-то страх. Там, где исполняется долг, там есть страх, невыполнение долга. Но когда человек достигает любви к Богу, этого страха больше не существует. Как, например, Господь Чайтанья однажды он проходил по берегу реки. И Господь Чайтанья, если он где-то проходит, просто где-то находится, он все заливает прямо вокруг. Если даже он скрывает эту прему внутри себя, она прорывается. Это подобно вулкану. Вы пробовали свой гнев контролировать? Не получается. Все равно вырвется. Если даже вы молчите, видно по лицу, что человек злится, не так ли? Вот трудно контролировать. Вот как нам так трудно контролировать гнев бывает, вот так Господу Чайтанье было трудно контролировать свою прему в сердце. Она готова была вырваться, прорваться оттуда. Поэтому он выглядел очень необычным образом, странным. Его тело переливалось в цветах, как расплавленное золото под этим давлением внутренних чувств. Люди были просто поражены, просто увидев его. Роста 2,20, говорят, в Бенгале он был. Высокого, хотя бенгальцы маленькие, Господь Чайтанья был 2,20. Вот такое большое переливающееся тело, колыхающееся. От этих бурных эмоций в экстатический вулкан, говорится, любви к Богу, был внутри у него. Если он где-то проходил, обычно он пел святые имена или думал святые имена, и все вокруг живое тоже вместе с ним повторяло. Но тут он увидел у реки одного стиральщика одежды, Тхоби. Ну, он бил белье, там стирал, у него работа, деньги, семья, работа, деньги, семья. Перерыв на обед, все такое, все упорядочено, долг. Варнаша Мадхарма, каждый должен выполнять свои обязанности. Он следовал этому. А Господь Чайтанья мимо проходил, пел, танцевал святые имена. И увидел этого Тхоби несчастного, напуганного жизнью, уставшего, который попал в этот замкнутый цикл рождения и смерти, родился, чтобы стирать белье просто. Нет никакого другого смысла. Не знает человек. «Эй, Тхоби! Давай петь вместе святые имена. Оставь свою стирку хоть на несколько минут». Тхоби посмотрел и продолжал бить белье. Время – деньги.
Я должен закончить стирку, иначе мне не заплатят деньги, у меня семья. Ой, уважаемый человек, я вижу, ты уважаемый человек, ты вот садху, ну не беспокой ты меня, простого человека. Это ты можешь петь, танцевать. А я, если буду петь, танцевать, то моя семья с голоду умрет. Я должен стирать белье. Пожалуйста, иди пой, танцуй сам. Меня не беспокой. Господь что-то не подумал, да, как крепко держит майя этого человека. И поскольку он очень милостный, он сказал, Тхоби, ну давай я постираю твое белье, ты будешь петь, танцевать. Но это другой вопрос, сразу бы так и сказал. Это не нанесет мне ущерба, пожалуйста, можешь постирать, и я пока поповеду, с удовольствием буду петь, танцевать. Никто же не откажется. И Господь Читания стал бить, отбивать белье этого Тхоби. И Тхоби так поднял руки и закричал «Хари, Хари, Хари, Бо!» Да, и в таком экстазе он был. Такое счастье испытал, стал плакать, танцевать, и сразу в уме всплыли все эти имена, Кришну стал их воспевать так красиво, еще громче, громче, и взял Господа Читания, его стопы себе на голову, они вместе стали воспевать, шли по дороге, белье забыли. И все громче, и все больше экстаза, и уже голос, не хватало голоса у них, и вся деревня услышала, прибежала, что тут происходит, что за крики такие экстатичные, душу раздирает. Тхоби, что с тобой? Ты был нормальным человеком, стирал белье каждый день. Ты попал в опасную секту, похоже. Да я просто стал воспевать святые имена, и посмотрите, не могу остановиться. Такое счастье, и вся деревня тоже стала воспевать, тоже стали кричать, петь, танцевать, мисс Господа читания, и все присоединились к Санкиртане. Кто-то подумает, а кто же будет белье стирать? Здесь говорится, в сознании Кришны это происходит автоматически, не за деньги. Все, что люди делают за деньги в этой мире, можно делать просто из любви к Богу. И всего будет достаточно. И всего будет достаточно. Больше, чем достаточно. Эта природа дает гораздо больше, чем нужно человеку, говорится. Раза в два, в три гораздо больше будет, потому что все еще излишки можно использовать в жертвоприношениях на празднике. Людей на праздниках в прошлом когда-то заливали молоком и маслом. Просто выливали тонны молока и масла на людей во время праздников. Высыпали зерно. Откуда столько всего? Природа дает. Если не прятать, все очень много. Вот и все. Если Господь Читания пройдет здесь, то мы ничего не сможем спрятать. Мы все начнем отдавать. И вот этот вот принцип служения, отдавания, он самый чистый, говорится. Это чистое, любовное, преданное служение. Изобилие, чистота, нравственность, победа, успех приходят автоматически следом за сознанием Кришны. Нам не нужно говорить «стань успешным человеком», нужно говорить «стань чистым преданным». Чистый преданный – автоматически успешный человек. Нам не нужно говорить о нравственности слишком много, потому что чистый преданный – автоматически нравственный человек. Нам не нужно говорить «предан» о вегетарианстве, потому что автоматически преданный вегетарианец. Вы открывали клубы вегетарианцев для преданных? Не нужно. Или клуб трезвенников для преданных? Какая необходимость? Автоматически эти принципы соблюдаются, если человек преданный. Это естественно. Поэтому здесь говорится, преданный независимо от варна-шрама-дхармы, поэтому он может изменить общество. Ему не нужны какие-то условия, он не будет думать, о, кругом люди, одни непреданные. Ну как можно это сделать? Как это можно осуществить? Знаете, есть такой анекдот, как обувная фабрика, фирма, вернее, послала своего представителя на какой-то остров, чтобы он там тоже свое представительство сделал этой фирмы и обувь распространял для бизнеса. Он приехал и увидел, боже мой, так тут все ходят босиком, никогда никакой обуви не носили. Это невозможно здесь, и уехал. У них нет там привычки носить обувь, все ходят босиком. Там нет нужды в нашем представительстве. Они послали другого оттуда представителя. Он сказал, посмотрите, какие возможности, тут вообще никто в обуви не ходит, сколько можно обуви распространить. Все ходят босиком. Вот одно мышление независимое, другое независимое. Если мы смотрим на людей, ну вот сколько людей еще не знают Хари Кришна мантры, посмотрите, какой энтузиазм. А есть другая точка зрения, никто здесь мантру не повторяет, что тут делать вообще? Вот это сознание Кришны.
Также из-за соприкосновения с гунами материальной природы мы получаем тела разных видов, хорошие и плохие. Из круговорота рождения и смерти, называемого переселением души, невозможно освободиться до тех пор, пока человек не избавится полностью от склонности к греховной деятельности. Как вы думаете, мы какое тело получили, хорошее или плохое? Хорошее или плохое? Для песен танцев подходит. Значит, в сознании Кришны оно хорошее. Но если мы хотим петь, танцевать на кармической работе, это не получится, но плохое. Считается там. Также здесь кармическим трудом заниматься плохо в сознании Кришны. А для Кришны хорошо. Так какое же это тело человеческое? Оно и плохое, и хорошее одновременно. Смотря как его использовать. Поэтому самое лучшее, что может сделать человек, это принять сознание Кришны. Это самый лучший способ использовать свое тело по назначению. Оно может быть хорошим, может быть плохим, зависит от нашего выбора. Ни плохое, ни хорошее. Выбор может быть плохой или хороший. А тело ни плохое, ни хорошее. Сознание Кришны невозможно принять, не избавившись от грехов. Здесь Прабхупад говорит, что это невозможно принять сознание Кришны, не избавившись от грехов. Поэтому каковы условия принятия сознания Кришны? 4 регулирующих принципа. 16 кругов мантры. Что это такое? Если с точки зрения грехов это описать, то это означает, что мы даем обет больше не совершать грехов. Это первое, 4 регулирующих принципа. И 16 кругов означает, что мы должны очиститься от прошлых грехов. Это средство очищения. То есть святое имя в данном случае как средство очищения. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Нет такого количества грехов, которое бы не разрушило святое имя Бога. То есть это не проблема, как думают многие люди, грехи. Это не сложный момент. Главное – не совершать их снова. А очиститься можно быстро от всех предыдущих грехов. Потому что раз мы получили человеческую форму жизни, у нас не так уж и много проблем в прошлом. Если было бы много проблем, мы бы не родились людьми вообще. А раз мы родились человеком, эта форма предназначена для полного очищения. То есть для чистого любовного преданного служения. Это то, что вдохновляет душу, то, чего мы хотим сами, любви. Человек сильно в этом заинтересован. Все практически люди заинтересованы только в этом. Как обрести это счастье в жизни? Вот для чего предназначен человек. Для счастья он рождается. И поэтому для него есть специальный предписанный путь. Путь ограничения греховной деятельности или полностью оставить греховную деятельность и путь очищения. То есть все, что мы с вами делаем в этой жизни, для очищения от прошлых грехов, от прошлых самскар, от дурных качеств, которые являются проявлением этих грехов и страхов. Работа ли это, семейные отношения, неважно. Все это для очищения человека. Это нужно принимать для очищения. Как только мы это примем для чувственных наслаждений, нам конец. Это просто будет кали-юга. И мы скажем, невозможно ничего сделать. Нет хорошего материала для этого. Я бы хотел жить честно, но вокруг мало честных людей. Я бы хотел быть счастлив, но вокруг мало счастливых людей. Никто не может подарить мне это счастье, я тоже никого не могу толком осчастливить, как выясняется. И так мы начинаем сетовать. Почему? Потому что принимаем другую концепцию, ложную концепцию. Я наслаждающийся, я хочу принять свою жизнь для своего наслаждения чувственного. Поэтому человек должен избавиться от грехов, отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. Так мы положим конец всей греховной деятельности. Это 4 как бы генеральных порока, корень греха. И воспевать внимательно святые имена значит, что мы быстро очищаемся от прошлых плохих самскар. Во всяком случае, во время киртана мы буквально через уже несколько минут чувствуем себя хорошо. Почему? Почему фестиваль такой большой? Потому что можем испытать счастье здесь, свободу от этих грехов, очищение, свободу от собственных мыслей, от собственных пережитых неудач
или других сложностей, и просто испытать счастье, духовное счастье, которое не имеет причины. Мы тут сами не заработаем деньги, а чего же мы радуемся? Мы тут потеряем много денег, я вас уверяю. Мы тут отдадим очень много денег. Более того, вы работали целый год, чтобы сюда приехать многие и отдать сюда эти деньги. Чему же вы радуетесь? Потому что здесь есть счастье, да? Естественно, что человек, серьезно относящийся к сознанию Кришны, уже свободен от всех грехов. Как Прабхупада вдохновляюще пишет. Только что он сказал, что невозможно принять сознание Кришны, пока есть грехи. И тут же он пишет, что естественно, что человек, серьезно относящийся к сознанию Кришны, уже свободен от всех грехов. Вы представляете? Грехи не помеха. Из-за этого вообще никакой проблемы делать не нужно. Если есть искреннее желание служить Кришне, путь открыт. Вы не можете сказать, грехи не пускают. Нет, это вопрос желания. Если говорю, рад бы в рай, да грехи не пускают, означает, что я еще не так уж и хочу. То есть я хочу, конечно, но с грехами вместе. Если там для моих грехов место найдется, я пойду туда сразу же. Как? В аду люди согласны жить, если там есть телевизор, секс. Почему не жить в аду? Это нормально. Помните анекдот Шрилы Прабхупады? Один священник пришел проповедовать в шахту, спустился к шахтерам. Не стал им говорить, что если вы не предадитесь Иисусу Христу, все пойдете в ад. И спросили, а что такое ад? Объясните. Ну, это темно, грязно, сыро, холодно. Вот так в аду. Ну, они сидели, молча слушали. Никакого впечатления не произвело на них. Ну, они всю жизнь работали на шахте. Когда священник подумал, сказал, там нет телевизора. Смотрю, о, это сурово. Если в шахте поставить телевизор, это не такой уж ад, на самом деле. Интернет, Wi-Fi, немножко спиртного, красивых женщин. Какие проблемы? Мы организуем в аду, тоже будем счастливы, не так ли? Вот таким образом люди мыслят, они хотят к Богу, вот с таким окружением. С интернетом, с телевизором, со своими привычками. Поэтому это вопрос исключительно только желания, здесь говорится. Если у нас серьезное отношение к сознанию Кришны, препятствий никаких не существует. В этом секрет. То есть для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, варнаша мадхар может быть и не нужна, как таковая. Преданный никогда не склонен совершать грехи. Ни запретами, ни принуждением невозможно заставить кого-либо отказаться от греховных поступков. Верно? Еще одно предложение Прабхупады. С запретным принуждением нельзя изменить ничего. При помощи страха нет. Люди тогда втайне начнут это делать, скрывать друг от друга. Фактор скрытности сейчас он очень могущественный. Добрая часть жизни человека находится под секретом. Но он это не распространяет то, о чем он думает, что он иногда хочет делать или делает. Втайне люди совершают грехи самые разнообразные. В уме тем более. Поэтому просто запрещали, подавляя, мы не добьемся никакого результата. В Гите Кришна говорит, просто подавляя чувства, это не придет ни к чему хорошему. Даже если что человек совершает греховную деятельность, мы не можем исправить ее, просто надавив на него, насилие применив какое-то или напугав. Однако, если человек примет сознание Кришны, он сможет легко оставить все виды греха. Данный стих подтверждает это. То есть, если человек принимает сознание Кришны, если начинает думать о Боге как о близком существе и служить Ему как близкому существу, тогда все, что он делает, становится очень могущественным и ценным. Это могут быть простые вещи. Патрам, пушпам, палам, тоям, йомем, бхактя, праяч, хати. Что сложного? Плод, цветок, немножко воды, листок. Но если это предложить с любовью в сознании Кришны, Кришна примет это. Он ответит. Начинаются отношения. И эти отношения настолько глубоки, что человек забывает обо всех греховных желаниях. Они кажутся ему отвратительными, неуместными и незначительными, эти желания.
То есть в сознании Кришны человек испытывает отвращение к своим греховным привычкам и желаниям. Мы иногда имеем сознание Кришны, иногда забываем, как это происходит, как мы это видим. То есть иногда мы забываем обо всех греховных желаниях. На фестивале, как правило, мы забываем об этом. Потому что здесь мы в сознании Кришны, мы преданы. То есть наше служение еще может быть неустойчиво. Поэтому иногда, когда мы в сознании Кришны, мы понимаем, что здесь говорится. Да, у нас нет желания совершать грехи. И более того, отвращение какое-то, равнодушие к ним. И с другой стороны, когда мы забываем Кришну, эти желания усиливаются. Вот по этим материальным желаниям можем ориентироваться, насколько мы в сознании Кришны. Если сильны материальные желания наслаждаться, то наше сознание Кришны слабое. Что это такое? Желание слабое служить Кришне. Слабое сознание Кришны означает слабое желание служить Кришне. Или слабая вера. Поэтому необходима практика. Глава называется «Практика преданного служения». Эту веру можно возродить и укрепить, сделать ее очень твердой, могущественной. Если кто-то совершает преданное служение с полной верой, он достигает совершенства очень быстро. В этой жизни очень быстро, говорится. Но если без веры, он может не получить никакого результата вообще. И вера формируется в общении с преданными. Вот почему так важно собираться вместе и громко воспевать «Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе». Это называется ништха, твердая вера. То, что мы сейчас с вами увидели, это ништха. Вот такое громкое, уверенное воспевание. И затем мы эту веру помещаем в сердце, и также повторяем свою джапу тихо, но с твердой верой. Что достаточно этого процесса, чтобы очистить свое сердце и достичь совершенства в этой жизни. Так говорится. Даже тень святого имени освобождает человека от всех несчастий. Даже малейшее продвижение по этому пути избавляет его от всех самых серьезных опасностей, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Настолько могущественная практика. Даже еще не развив его полностью сознание Кришны, мы уже избавляемся от огромных опасностей, которые нас поджидают в материальном мире. Мы прочитаем еще один стих и перейдем к вопросам. Если, однако, преданный случайно оказывается вовлеченным в греховную деятельность, Кришна очищает его. Ему нет необходимости совершать предписанное в таком случае покаяние. Здесь небольшой комментарий. Кришна очищает преданного изнутри, как чайтя гуру, духовный учитель в сердце. Это описывается в следующем стихе Шримад Бхагаватам. Здесь мы пока остановимся. Итак, преданный может случайно совершать какие-то грехи, согласно этому стиху. Не намеренно, не планировал. В силу еще своей как бы природы, привычки. Обусловленности, так говорится еще. Иногда, когда меня посылали в детстве в магазин за хлебом, я приносил конфеты оттуда. Как так получалось, я не знаю, я не планировал. Я понимал, когда уходил из дома, что если куплю что-то не то, меня накажут. Но когда видел конфеты, я забывал обо всем. И о наказании, и о хлебе насущном. Я брал деньги и брал конфеты. Потом мне не хватало на хлеб, и возвращался. Вот так. Ненамеренно называется. В силу обусловленности. То есть дети так иногда поступают. То есть родители знают. Дети вот не могут контролировать чувства, они могут вот такую вещь делать. Неразумно еще. Что в этом случае поступает, как поступают отец и мать, они прощают. Верно же? Здесь также говорится. Ненамеренный грех всегда прощается. Это просто слабость. Не намеренно какие-то дурные привычки, потому что в прошлом человек это делал. Его разум может затмить какое-то желание в какой-то момент, он может оступиться. На этом уровне он считается невиновным. Апичет сударачаро. Сатур эва самантавья. Настолько невиновным, что Кришна говорит, продолжайте считать его садху, святым человеком. Он не намерен это делать. Иногда бывают срывы у него. Он сам об этом сильно сожалеет. Он искренний.
Он просит прощения потом, изо всех сил старается измениться. И у него не получается, ну что ж, не такой большой грех. Если что-то не получается, вы стараетесь, что-то не получается, это не такой большой грех, это можно простить. Но с этим игрушки плохи, шутки плохи. Если мы уже взрослые дети, это плохая шутка. Это плохое умонастроение. Если мы пользуемся этим стихом для того, чтобы совершать грехи в надежде на прощение, если мы планируем такие вещи, ну, прощения не будет. Что такое нет прощения? Нет прощения означает, что вкус к святому имени и к общению с преданными ослабевает, уходит. И больше меня ничего не связывает с этим обществом. Мне тут самому неинтересно становится. Вот этот интерес к сознанию Кришны, к воспеванию, к общению, к служению поддерживается по милости Кришны. Пока мы с вами воспеваем свои круги, у нас будет интерес, будет эта милость, интерес к преданному служению. Но как только мы перестаем воспевать свои круги искренне, внимательно, ища прибежище у Кришны и силы преодолеть все свои греховные привычки, вкус уходит. То есть главное в этом процессе – искреннее желание очиститься и стать достойным чистого преданного служения. Брахма, Бхута, Прасана, Атма. Первое, что нужно – быть удовлетворенным, радостным, счастливым в сознании Кришны. Как в киртане. Другое – перестать скорбеть обо всех утратах в прошлом и перестать строить планы какие-то иллюзорные, материальные. Это все произойдет само по себе, по законам судьбы. Не создавать какие-то искусственные проекты своей жизни, от которых потом будет горько. И равно относиться ко всем живым существам. Ахимса, любовь ко всему. И вот это называется начало Мадбхакти Малабаде Парам, начало преданного служения. Чистая, безгрешная жизнь в сознании Кришны. То есть настанет время, когда каждый из нас полностью очиститься от всех прошлых своих грехов. Испытает глубокое счастье в сердце. И будет заниматься преданным служением, выполняя простые вещи, абсолютно счастливым. Здесь об этом будет говориться дальше в этой главе. Что такое спонтанное, любовное преданное служение? Рага, нуга, бхакти. Когда человек действует в настроении жителя Вриндавана, где бы он ни находился, что бы он ни делал, он действует в настроении жителя Вриндавана, вечного слуги и спутника Кришны, по стопам вот таких личностей. Hare Krishna.